Квантовое сознание, оно в себе совмещает все то, что есть вне индивидуального сознания. Можно представить себе, что есть море, квантовое море. И вот в этом море есть множество разных вариантов развития событий, миров, взглядов, ценностей. То есть там есть все, что доступно волновому миру. И вот в этом море оно является как суперпозиция. То есть суперпозиция – это та точка, которая совмещает в себе все возможные варианты, которые существуют. Одновременно, когда ты пребываешь в суперпозиции, ты пребываешь во всем. То есть это уникальная такая точка, через которую ты можешь войти в любое измерение, в любую точку Вселенной.